потому что наше российское сознание отказывается понять безрассудство англичанина, решившего в одиночку на велосипеде пересечь всю Россию. Свой 29-й день рождения мультипликатор из Лондона отметил в Омске. В апреле Фил Таннер начал свое путешествие из Лондона. За спиной Голландия, Германия, Польша и Украина. Двухколесный друг, палатка и ведро для водных процедур. Вот дорожный набор иностранного путешественника. Друзья и родственники английского мультипликатора его идею в одиночку исколесить Россию не поддержали и сочли сумасшедшей. Тем не менее, Фил отправился в путь. Англичане представляют Россию как страну бабушек, бандитов и диких зверей. Англичане многого не знают о вашей стране, и я решил увидеть реальную Россию собственными глазами. Самые дикие звери, от которых страдает турист, это комары. Бандитов, к счастью, не встретил. А вот бабушек в России действительно много, и все они норовят накормить гостя салом. Сей украинско-русский деликатес европейцу по вкусу не пришелся. I have tasted salads, and I do not like... Salad. А вот от встреч с русскими полицейскими только приятное впечатление. And when the police stop me, they want to tell me about Abramovich, Chelsea Football Club. Наша манера вождения иностранца повергла в шок, и русских водителей он называет сумасшедшими. I think Russians, should I say this? I think Russians are crazy drivers. Они ведут машину так, как будто только что ограбили банк и скрываются от погони. Поражается Фил, как можно так гонять по русским дорогам. Russian roads. В Омск англичанин-экстремал прикатил свой день рождения. Ознакомившись с достопримечательностями нашего города, присел на газон у одного из автосалонов, чтобы перекусить. Так европеец ближе познакомился с сибирским хлебосольством.